Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Ольга Гонтарева. Я актриса Русского драматического театра имени Бестужева. В ближайшие несколько минут расскажу, что нас ждет за окном в четверг, 12 сентября. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам солнечно. Днем ожидается небольшое потепление до плюс 8, ночью минус 3. Скорость ветра 10 метров в секунду. На юге республики солнечно, днем небольшое похолодание до плюс 16, ночью без изменений плюс 4, порывы ветра до 6 метров в секунду. В западной части Бурятии синоптики обещают пасмурную погоду, а также снег с дождем. Днем похолодание до плюс 9, ночью плюс 1. Скорость ветра 3 метра в секунду. В столице Бурятии после дождей станет солнечно. Температура воздуха остается прежней. Днем плюс 14, ночью плюс 5. Порывы ветра до 8 метров в секунду. На этом у меня все. С вами была Ольга Гонтарева. Пусть в вашей жизни всегда будет солнечно. И помните, для хороших актеров нет дурных ролей. Всего вам доброго! Стоматология – это искусство. Так позиционирует себя концептуальная клиника Аюн Спасовы. Как и ОС, это уникальная клиника с целостным подходом к лечению болезней полости рта. Сначала 3D-диагностика. Врач-остеопат правит тело пациенту, а затем приступает к работе с зубами. Ведь даже идеальную коронку нельзя натянуть на неидеальное тело. Это все равно, что строить дом на кривой фундамент. Только при таком подходе можно получить стабильный результат без переделок, рецидива и осложнений. Приходя в Как и ОС, вы выбираете профессионализм врачей, лучшее оборудование и уютную атмосферу. Приходите и получите консультацию бесплатно.